23 коробки. Если прокнет хотя бы один портал и одни крылья, это уже было не зря. Если два портала или двое крыльев, это вообще офигенно. Сразу топор. Хорошее начало. Эффект Геральда. Так, мне это нравится. Это неплохо. А, оградка. Ладно, это брик. Что это вообще? Креплёж на шлем. Мимо. Плащ. По крайней мере, пока что повторов нет. О, птичка. Красная птичка. О, есть! Лучшие крылья! Пок! Все, нас уже не поимели, чат. Мы уже хоть как-нибудь в плюсе. Дальше. Кровавый Геральт. Офигеть. Шлем нациста. А, следы. Стена. 11 сундуков, 0 повторов. Как это вообще возможно? Я не узнаю их. А, теперь узнаю. Дальше. Боты. Статуя. Ну, все, ясно. Дальше как в казино, короче. Сначала выдали годноту, а сейчас будут всякий мусор выдавать и типа покупай еще. Ясно, чат, это все, что мы получим. Повтор Геральда. Это, кстати, первый повтор, не считая стены. Но повторы Геральдов это норм, потому что можно на несколько поставить. Третья стена. Пожалуйста, вторые крылья или любой портал хотя бы. Еще есть шанс. Угу. Такое у меня уже есть. Фреска прокнула. 5 сундуков. Один портал. Или крылья. Давай. Для дома нужно 4 стены. Four house. 4 попытки. Вторая птичка. А я их смогу объединить, интересно? Портал. Портал. Что за хрень? Сколько там птиц всяких разных? Там же вроде два вида птиц, если я правильно помню. Еще один Геральт. Последний сундук. Ну там точно портал, можно даже не смотреть. Я как бы сразу нажимаю и уже типа иду чекать портал. Ну... Скажем так, это было не худшее открывание в моей жизни. Но и не лучшее. Пересмотрим внешки. Ариатовская стена. Мне, кстати, не хватит четвертой стены, чтобы себе домик построить. И новая оградка. Тут реально можно целый дом построить. Если открыть всего лишь миллиард коробок. О, чат, идеально. Просто идеально. Это комната для раздумий. Я тут буду линковать, я не знаю. Я сюда буду провинившихся модеров садить. Фреска была. Только я не знаю, как она называется. Вот она.
Это одна всего. А есть большая? Ох, ничего себе. Вау. Оу май. Вау, тут много разных. Тот случай, когда декорация в хайдаут круче, чем некоторые внешки на персонажей. Вот это классно тоже. Фигеть, сколько... Да, есть даже супер большая. О-ма-кад. Эти фрески, это просто нечто. Вот это вот вообще. Омега. Мне что-то сразу захотелось хайдаут поукрашать. Мне вот это нравится. Верни с конем. Ну ладно, ладно. О, смотрите. Он как будто лапками сундуки держит. В каждой лапке по сундуку. И пытается за ногу куснуть за жепу. Идеально. Вот это темная ариадская статуя. А... Ну, на ней мало полигонов, и она темная. Я вот эту оставлю. Теперь питомцы. У меня тут почему-то напрокола целая куча птиц. Бладгард. Так, надо гарема убрать, он отвлекает. А где она? Так, где она вообще? А, вот. За крылом, не видно. Такая маленькая. Не очень. Но это просто голубь со свечением. А вот это уже покруче. Голубок. Да, вот это покруче. Ну, шнем ничего такой. Ботинки. Нормально. Дальше, что еще? Эффект оружия. О, я могу топор поставить на эту пушку. Ну, такой топор. Крылья. Крылья должны быть в конце. Еще Геральда останется. Ну, ладно, давайте крылья сейчас. Вот крылья классные вообще. Чё их так болтает? Но крылья прорисованные. Прикольно. Мне нравятся вот эти вот, типа, металлические такие держалки. И вестники, вестники, чтобы продемонстрировать, мне нужно какого-нибудь стандартного перса зайти. Где мой элементарист? О, мои глаза! Какой он яркий! Давайте, короче, отдельно смотреть огненные и ледяные, потому что вообще непонятно, что к чему относится. В смысле, и светлые, и темные. Вот это темные. Молния. Ледяной прикольный, такие типа огненные кристаллы. Кстати, ледяной офигенный. На самом деле норм. Темные норм. А светлые? Вот светлые канцерные какие-то. Или мне кажется? Найс, ладер пушишь. Боже, стоит заслакать на 10 минут обязательно кто-нибудь. Ну вообще, у них довольно прорисованная вот эта цветовая гамма, она прям такая. Такая упоротая.
Ничего себе. Светлый, молнии. Эпичный. Что там можно объединить? Ботинки. Мегаботы. Потом птички. А, вот эту штуку на голову. Стоит ли ее объединять? Я думаю, что можно. Лол. Ничего себе. Пафосно. Плащ. А, там плащ еще есть. Ну, плащ как плащ. Без портала. Ну ничего, ничего. В следующий раз, когда дадут одну бесплатную коробку, там как раз будет портал. Крылья офигенные. Вот на крылья не гоните. Можете гнать на все остальное, но на крылья нельзя. С ними там и так все понятно. Комнату для плохих модеров их. Так, точно. Даров и Клейд быстро зашли в игру и кинули мне инвайт. Заходи. Подумай о своем поведении. За меня кто-то другой принял наказание, что? Это не ты? Теперь понятно, почему у него ник я Клейд Кап. Так, ну ладно, я думаю, он... Я думаю, он осознал свою вину. Я не знаю вообще, кто это, но... Я думаю, осознал. Ты свободен. Эй! Эй! А ну стой! Нельзя бить надзирателей. Ну ладно, я тебя еще поймаю. Как на бреду на притон в подземелье.